наверное, самая страшная фраза, которую боятся услышать парни в постели, типа, бля, ты чё так быстро? Вы попробуйте, девочки, как-то скажите, ты чё так быстро, блядь? Следующий секс будет квартал, блядь, я вам клянусь. Он будет стараться, потому что для него это страшно. И парни очень боятся, поэтому я вам всем советую жениться. Потому что сейчас у меня есть опция сказать, бля, смотри, как быстро! И жена такая, чё? Я такой, ничего, смотри, Дудя, не отвлекайся, я...